Помню! Надо подарить нашим фанатам что-нибудь очень крутое! Например, что? Что-то связанное со мной, чтобы они смотрели на это и становилось чуточку светлее! Как-то раз ты уже делал свой мерч, помнишь? Конечно, помню, но сама подумай, я и сумки для продуктов? Нет, тут нужно что-то другое. Окей, давай так, что ты больше всего любишь? Крафтить, веселиться и есть сладости. Ну, кроме нашего канала, я знаю только одну вещь, которая все это объединяет. Пойдем. Ого, круто! Сью, подожди, что ты имела в виду? Я тут подумала, почему бы нам не испечь торт в форме Сэма. Всем привет! Сьюзи, это самая лучшая идея! Рассказывай! Ну, это будет сочетание белого торта и торта фунфетти, покрытого вкусным сливочным кремом самой милой на свете формы. Формы тебя! Здорово! А если тебе понадобится образец, то я буду неподалеку. Ну уж нет, мистер. Ой. Мне нужна твоя помощь. Иди и разогрей духовку до 170 градусов Цельсия. Я в этом профи, ребята. Но вы никогда не пользуетесь плитой без присмотра взрослых. А пока Сэм включает духовку, мы займемся тестом, ребята. Нужно хорошенько вмешать в него сахар. Вот так. Теперь добавим яичные белки. Очень важно, чтобы они были комнатной температуры. Собственно, лучше, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, иначе коржи могут не подняться. Сьюзан, духовка готова, как и я. Ого, кое-кто приоделся. А мы почти закончили с тестом. И... Теперь нужно смешать все с сухими ингредиентами, мукой, разрыхлителем и солью. У тебя отличная память, Сэмми. Но давайте сделаем все постепенно, в три захода. А между тем мы добавим жидкую смесь из молока, масла и ванильного экстракта. Сьюзи, я тут подумал, хоть торт и называется белым, почему бы нам не сделать его розовым? Это все-таки торт в честь меня, а я совсем не белый. А знаешь что? Это отличная идея! Мы используем одну смесь для обоих видов бисквита. Эту часть сделаем розовой. Вот так! Осталось только разделить тесто на две части. Вжух! А я пойду поставлю их в духовку. Но возвращайся скорее, Сэмми, ведь мы сейчас будем добавлять посыпку. Вот так. Аккуратно. Теперь хорошенько перемешаем, чтобы посыпка распределилась равномерно. Последний этап – выливаем тесто в формочку. Выглядит потрясающе, не так ли, ребята? Что-то пропустил? Нет, Сэмми, мы собирались посыпать сверху вот так. Вау! Оставим наши бисквиты в духовке на 30-35 минут, а затем остудим их. Оставайтесь с нами, ребята! Лучшее еще впереди! Пока наши бисквиты остывают, давайте сделаем крем. Тут у нас 340 граммов размягченного сливочного масла. Нужно хорошенько взбить его до кремовой консистенции. Вот и сахарная пудра. Мне нравится называть ее сладкие снежинки. У Сэмми такое яркое воображение. Нужно хорошо перемешать эти ингредиенты до однородного состояния. Добавляем одну ложку. Затем еще одну. Да, придется поработать не спеша. А вот и быстрый совет для вас от шефа Сэмюэля. Лучше заранее просейте сахарную пудру. Тогда ваш крем обогатится кислородом и станет очень воздушным. Кстати, ребята, если вам нравится готовить с нами, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Окей, теперь добавляем капельку молока, щепотку соли и пару капель экстракта ванили, чтобы придать дополнительные нотки вкусу масляного крема. Но простой белый крем не то, что нам нужно. Добавим яркости. Зацените, какая красота! Оу, пахнет потрясающе! Что теперь, Сьюзи? Будем собирать торт? Сэмми, не спеши! Подготовка – очень важный этап. Мы же хотим, чтобы этот торт был особенным. Вау, Сью, это тот самый фунфетти-бисквит? Именно так. Нужно немного обрезать его, чтобы он стал ровненьким. Тоже проделаем со всеми коржами. Выглядит аппетитно! Ребята, мы со Сью сейчас с этим закончим. Это займет всего секунду, так что оставайтесь с нами. Эй, подожди меня!
Я объелся. Итак, ребята, нам понадобится кружок из картона. Стоп, что? Типа такого. Я вырезала его из подложки для торта. Видите? Сьюзан, не кажется ли тебе, что ты смешала два крафта? Да, сегодня для торта мы используем необычные вещи. Зацени. Это кусок пенобумаги, которую можно купить в любом магазине для творчества. Это съедобно? Конечно нет, Сэмми. Это послужит основой для нашего тортика. Но так как пенобумага будет соприкасаться с едой, нужно завернуть ее в фольгу. Давай я съю! Теперь мне очень интересно, что будет дальше. Окей, а мы пока, ребята, начнем собирать тортик. Это нам уж точно понадобится. С помощью крема приклеим картонку к коржу. А теперь нам нужно промазать все коржи масляным кремом. Вот так. Сьюзи, я закончил. Как раз вовремя. Вау. А теперь стой спокойно. Пора придать торту форму. Сьюзи, ты уверена, что рука не дрогнет? Я немного волнуюсь. Не шевелись, Сэмми. Почти готово. Отлично. Ого, святые вафельки. Пока больше похоже на шарик. Не переживай, Сэмми, мы еще не закончили. Покроем наш торт слоем крема по всей поверхности. Это называется закрепляющий слой. И еще пара штрихов. Отлично! Ребята, нужно оставить крем застывать, а я использую магию. Погоди-ка! Что на этот раз? Вообще-то у нас еще много работы, а твоя застывающая магия понадобится позже. А пока пусть торт постоит в холодильнике. Та-дам, та-дам, ту-ру-ру-ту. Это шоколад, Сьюзи? Нет, это называется изомальт, что-то типа конфеты. А сейчас мы делаем съедобные глазки для нашего торта. Бросим черные зрачки в центр каждого глаза. Хоп! Как здорово! Ставьте лайк, если согласны, ребята! А вот и самая блестящая часть нашего торта – кондитерские блестки. Мы выбрали такой цвет, потому что у Сэма красивые карие глаза. Выглядит гипнотически, не так ли? Давай помогу, Сьюзи, а то мы так никогда не закончим. Хорошо, Сэмми, только дай я залью все белым изомальтом. Отлично! Выглядит здорово! Теперь можно отставить это в сторонку, пусть охлаждается. А мы пока сделаем основу для торта. Добавим капельку этого волшебного синего красителя, чтобы получилась просто невероятная помадка. Сьюзан, помоги! Ой, молодец, Сэмми! Спасибо! Сейчас я покажу вам фокус, ребята. Вот так. И готово! Подставка для тортика готова. Осталось вырезать круг по центру. Ничего не понял, Сью. Мы все работаем, работаем, но торта все нет и нет. Еще пара секунд. Ставим эту штучку сверху. Чеддер, меня раздели, Сью, ты была права. Мы и правда используем странные вещи для нашего сегодняшнего крафта. Ой, кстати, Сэмми, помнишь про наш тортик? Будь добр, принеси его. Сейчас! Тихонько, тихонько. Вот так, Сью! Потрясающе! А чтобы ничего не развалилось, вставим шпажки через весь торт к доске. Вот так. И последняя. Вот это да! Что такое, Сэмми? Сьюзи, я достал глаза из формочки, и они реально сияют. Сама посмотри! И правда, выглядит это потрясающе. Теперь закроем торт розовой мастикой. Вжух! Вау! И я точно очень-очень вкусный. Сэмми, зацени! Та-дам! Вау! Это же точь-в-точь я! Но кое-чего не хватает. Чего же? О, знаю! Вот, мне они все равно великие. То, что надо! Ребята, эти очки выглядят очень реалистично, согласны? И последний штрих. Вжух! Глядите, ребята, какой он счастливый! Вау, Сьюзи, какая у него улыбка! Сэмми, он выглядит совсем как ты. Спорим, он тоже любит розыгрыши. Давай еще раз посмотрим на него. Thank you.
Ну все, Сэмми, давай пробовать, что у нас вышло. Вот так. Как аппетитно! Сью, подожди меня! Какой же он классный! Зацените, ребята! Спасибо, что были сегодня с нами! Ставьте лайк, если вам понравился наш торт! И подписывайтесь, если хотите кусочек! И не забудьте нажать на колокольчик, ребята! Подожди, Сью! До скорого, друзья! Иди к папочке!